Ты забудешь свой возраст на несколько секунд. Чтобы все сработало, следуй инструкции. Сейчас перед тобой находится картинка, и чтобы все сработало, нажми на лайк и подпишись. Смотри в центр картинки, и как только я скажу, ты отведешь взгляд и посмотришь на предметы вокруг. Предметы начнут расплываться, и при этом ты забудешь свой возраст на несколько секунд. Давай на счет 5. 1, 2, 3, 4, 5. А теперь посмотри на предметы вокруг, они начнут расплываться. Ну и главный вопрос, сколько тебе лет? Признаки того, что вы гораздо умнее, чем думали о себе. В следующий раз, когда кто-то будет критиковать ваш почерк, просто кивните головой и скажите: «Ты ничего не понимаешь». И тихо торжествуйте, ведь плохой почерк является признаком гениальности. Несколько психологов проводили исследования и пришли к выводу, что это действительно так. Люди видят вас на 20% привлекательнее, чем вы считаете себя. Ваше будущее «я» смотрит на вас сейчас через воспоминания. Если вы не перестаете думать о ком-то, то это может означать, что эта персона тоже думает о вас. Оставьте комментарий «я скучаю по» и позвольте вашей клавиатуре. Это крутые лайфхаки для школы. И с помощью линейки и 3 карандашей получится сделать отличный циркуль, который хорошо справится со своей задачей. И с такими лайфхаками учитель точно не будет ругаться, когда ты что-то забудешь дома. А скорее всего он похвалит тебя за твою находчивость. Но, кстати, нарисовать ровно окружность можно и без циркуля. Для этого нужно вот так разложить скрепку и положить ее на лист. А теперь ставим один карандаш в центр, а другим рисуем.